Здравствуйте, я Марцес Гассунс. Приглашаю вас 13 декабря в 7 часов вечера по Москве на бесплатный вебинар о том, как пользоваться конвертерами Devanagari, где и какие устанавливать шрифты для Devanagari, для санскрита, для транслитерации, для кириллицы, для всего чего угодно. Какие бывают проблемы, почему в некоторых книгах при переводах на русский Devanagari превращается в крокозабры, а почему и как в Варде сконвертировать транслит Devanagari, Devanagari транслит, как пользоваться электронными словарями. Это будет отдельная тема, но мы начнем большой цикл бесплатных вебинаров о том, как же нам пользоваться интернетом и компьютером для того, чтобы помочь себе при использовании, скажем так, обучающих материалов по санскриту, как верстать книги, как вообще подступиться к напечатанию санскритского текста на компьютере. О всем об этом я впервые расскажу, 13 декабря в 19:00. Значит, длительность будет у нас где-то 2 часа. Я не уверен, что получится сделать запись, поэтому планируйте заранее. Ничего подобного ни на русском, ни на английском, ни на французском, немецком, итальянском никогда до этого не было. Поэтому приходите, не пожалеете, и вместе чего-нибудь нового научимся. До скорой встречи!